Шановні колеги, ми починаємо дистанційне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Перше питання – це оперативна інформація щодо стану захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у місті Одесі та заходи з недопущення її поширення. Доповідає Якименко Олена Олександрівна, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. Будь ласка. По состоянию на 14 декабря 2020 года в Одесской области зарегистрировано 58 283 случая коронавирусной болезни, подтвержденной методом ПЦР. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 26 339 случаев коронавирусной болезни, из которых 287 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. 231 пациент находится в тяжелом состоянии, 2 пациента на СИПАП, у 54 пациентов состояние средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 14 687 человек. Процент выздоровления в городе сегодня составляет 55,8%, по Украине 56,1%. 10 985 пациентов с COVID-19 из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции, проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Всего летальных случаев за период эпидемии по области 794, летальных случаев по учреждениям города 378. За текущую неделю минимальный показатель заболеваемости в Одессе составил 174 человека, это 13 декабря, максимальный 1033 12 декабря. Но тут есть определенный нюанс, это был конец недели, и все, что за неделю не давали в сводке, дали вот в этот день. Поэтому получилось 1033 заболевших 12 декабря. Минимальное число пациентов с COVID в инфекционной больнице 252 9 декабря и максимальная 299 11 декабря. Средняя длительность пребывания больного на койке в днях в стационарах, имеющих пакет COVID, составляет 10,7, по Одесской области 16. Сводка по различным методам диагностики. Тестов ИФА было произведено 51 500, из них М32 201 положительных результатов, 2157 G, 19 229 положительных результатов, 3025 тестов ПЦР, 29878. Родильный дом номер 2 размещает беременных женщин с подозрением на COVID-19. Подтвержденный COVID у 21 пациентки, 15 жительницы Одессы, значит, и 6 жительниц Одесской области. В третьей детской больнице размещаются дети с COVID и подозрением на COVID. Всего 18 детей, из них 5 из районов Одесской области. Продолжают работу 5 мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения тестирования на дому и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящимся на амбулаторном лечении самоизоляции. За весь период произведено 12 673 тестирования на COVID, за последнюю неделю 427 тестирований. По состоянию на 14-12, с начала карантина, под наблюдением семейных врачей в Центры первичной медико-санитарной помощи передано 18 184 человека, из которых закончили наблюдение 12 098 человек. За последнюю неделю 1642 человека. Проводится плановая работа по развертыванию коечного фонда на COVID. Управлением капитального строительства Одесского городского совета ведутся работы по текущему ремонту отделения ГКБ номер 1 под развертывание дополнительных коек, 50 койко-мест, в том числе 10 коек интенсивной терапии с подключением централизованного кислородообеспечения. Текущий ремонт по 8 ГКБ под развертывание дополнительных 120 коек установлением криоцилиндра и монтажа централизованной системы кислородообеспечения с подключением 100 коек-мест. Также начаты работы в здании детского отделения ГКБ номер 5 на Лидерсовском бульваре 11
под развертывание 120 коек, все из которых будут подключены к централизованному кислородообеспечению. В свою очередь, Уксгорисполкома проводит работы по проектированию внутренних и внешних сетей централизованной системы кислородообеспечения в отделениях 18 и 19 инфекционной больницы, также на 30 подключений к кислороду. За счет субвенции государственного бюджета 11 миллионов гривен, которая направлена на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения подачи кислорода коечного фонда учреждений, которые предоставляют стационарную медицинскую помощь на COVID-19. Будет приобретено кислородное оборудование и проведены работы по модернизации централизованных систем кислородообеспечения для следующих учреждений здравоохранения города Одессы. Инфекционная больница, приобретение клиоцилиндра на 2 тонны и проведение работ по установке централизованного системы кислородообеспечения в отделение 12 на 30 подключений. ВКБ номер 1. Приобретение кислородной станции мощностью 25 на 3 кубометра в час на 2 тонны и 2 криоцилиндра на 195 литров каждый. Второй родильный дом. Приобретение 4 криоцилиндров по 195 литров каждый для проведения модернизации кислородной системы с увеличением подключения на 20 точек. Для нужд 5 ГКБ на стадии заключения договора на приобретение криоцилиндра емкостью 2000 литров и обеспечение потребностей отделения на Лидерсовском бульваре 11, также криогенной станции генератора производительностью 30 кубометров в час для обеспечения кислородом отделений на Троицкой 37 за счет средств НСЗУ. В свою очередь ведутся проектирования для выполнения работ по увеличению точек подключения к централизованной системе кислородообеспечения на Троицкой 37 и до 100 по Лидерсовскому бульвару, кардиология до 60 подключений. После проведения тендерной процедуры на стадии заключения находится договор на закупку дизель-электрогенератора мощностью 80 кВт для обеспечения лечебного корпуса по ГКБ-5. Также изыскивается возможность для приобретения второго криоцилиндра для потребностей 8 ГКБ. Значит, ситуация по заболевшим медицинским работникам. Заболело медицинских работников 844. Находится на лечении 258 человек. Подали заявление на получение материальной помощи 649 медработников. Получили 420 вместе с областными учреждениями. Получили материальную помощь 356 медработников из города. Из них 159 человек врачи, средний медицинский персонал 133, младший медицинский персонал 64. Получили материальную помощь всего на сумму 4 миллиона 700 тысяч гривен. По состоянию на 4-12 в отрасли здравоохранения проведены расходы на поощрительные выплаты медицинских работникам из бюджетов всех уровней, а также из средств НСЗУ. Выплаты проводятся по 7 коммунальным предприятиям: городская инфекционная клиническая больница, больница 1, 10, 5, городская детская больница номер 3, второй родильный дом, центр неотложной медицинской помощи. Общая сумма выплат составила за 8,5 месяцев 104,9 миллиона гривен, из которых за счет средств государственного бюджета, субвенции за март и средства НСЗУ 55,8 миллиона гривен, из областного бюджета 12,6 миллиона гривен, из бюджета города Одессы 36,5 миллиона гривен. За счет средств городского бюджета организовано и проводится питание медицинских работников инфекционной больницы, 5-й больницы, которые оказывают медицинскую помощь в особо опасных условиях коронавирусной инфекции COVID-19. С апреля месяца по настоящее время ежедневно получают бесплатное питание в среднем 245 медработников инфекционной больницы и 46 человек городской больницы номер 5. Глава Одесской государственной администрации Сергей Рафаилович Гриневецкий вместе с мэром города Геннадием Леонидовичем Трухановым посетили Одесский областной клинический центр, бывшая больница Водников, и проверили возможность развертывания дополнительных больничных коек. Стороны обсудили план развертывания дополнительных больничных коек и обеспечения кислородом. Эксперты заверили, что в течение 2 недель работ по техобслуживанию больницы будут развернуты 60 коек для приема пациентов с COVID-19. Также посетили Одесскую клиническую
больницу на железнодорожном транспорте. В ближайшее время на базе этого медучреждения будет развернуто 100 коек. Ориентировочные сроки выполнения работ – 2 недели. Также для борьбы с пандемией будут задействован Одесский областной глазной госпиталь инвалидов войны. В настоящее время у учреждения проводятся ремонтные работы и подготовка к лечению больных. Количество коек в госпитале, которые планируют развернуть, 110. Спасибо за внимание. Який статус у нас стосовно дитячих садочків, вчителів початкових класів та захворювання з першого пакету? Станом на 14 грудня 2020 року у зв'язку із захворюваністю учасників освітнього процесу більш 20% на ОРВІ та ковід закрито 35 груп в закладах дошкільної освіти. Серед перших-четвертих класів закрити 134 класи в закладах загальної середньої освіти. П'ятий і одинадцятий класи продовжують навчатися дистанційно до 30 грудня 2020 року, тобто до кінця першого семестру цього навчального року. Які ще будуть запитання з цього приводу? Немає. Дякую. Шановні колеги, традиційно вже ми скоро будемо переходити до святкування новорічних свят. В Одесі традиційно буде проходити велика кількість святкових заходів, але з урахуванням усіх карантинних обмежень, дистанційних заходів і так само. Але ви знаєте, що ми проводили декілька робочих нарад. Прошу усіх, усі підрозділи Одеської міської ради велику увагу приділити саме підготовці до святкування новорічних свят щодо прикрашення нашого міста, щодо підготовки до реалізації дистанційних наших заходів. Я вгадаю, що цього тижня ще буде декілька нарад з цього приводу, але усе, що ми проговорювали минулого тижня, прошу взяти на особистий контроль як районних адміністрацій, так і наших департаментів, а також комунальних підприємств. Шановні колеги, нема більше питань, зауважень, пропозицій. Тоді бажаю всім плідної праці, доброго тижня. Дякую.